наш отдел всем хорош, елку нарядили. Кабинет в один миг в сказку превратили. Превратить кабинет в сказку – главное условие новогоднего конкурса, проведенного сотрудниками Восточно-Сибирского регионального центра обслуживания. Бухгалтеры РЖД из столицы Приангарья в течение нескольких недель украшали свои рабочие места в праздничной стилистике, а накануне творческие способности коллег оценила специальная комиссия. Именно этот год проявился как никогда. Все с таким энтузиазмом. Несмотря на то, что мы, бухгалтера, особенно в конце года, очень заняты, несмотря на это, люди после работы, в воскресные дни, они продолжали наряжать свои кабинеты. До меня доходили просто слухи. Вот тот кабинет так-то, другой кабинет так-то. Но, тем не менее, вот когда сейчас воочию я все лично сама увидела, я, конечно, поражена. Кабинеты действительно мало чем напоминали традиционные офисные помещения. Кто-то открыл зимний сад, другие по-бухгалтерски соорудили елку из денежных купюр, третьи решили отметить Новый год по-мексикански. А Новый год, как вы знаете, праздник такой, как бы, и не только семейный, но обязательно, чтобы должен быть хорошее настроение, да, обязательно, чтобы было все с песнями, с танцами, с плясками. Поэтому мы решили, что Мексика – это подходящая страна для нашего Нового года. Внимание конкурсной комиссии также привлек кабинет в стиле загородного дома, предметы интерьера для которого изготавливались из природных материалов. Вечером после работы съездили в лес, насобирали подручный материал, тут же быстренько смастерили и украсили. Времени ушло много. Подобрать подходящий материал, его покрасить, его приготовить, его скрепить, соединить. Победители конкурса были выбраны в целых 7 номинациях, но результат, по словам участников, значения не имеет. Главное, удалось зарядиться по-настоящему праздничным настроением. Павел Малыгин, Иркутск.